девочки, я вот так скажу, девочки, мужика надо брать. Мужика надо брать теплым. Пока он еще к тебе не остыл, понимаешь? Он, может, на тебя еще толком глаз не положил, может, в упор тебя не видит, а ты уже планчик мозгу накидай. Как его на себе женить в короткие сроки? Значит, подставь ему ножку. Подставь ножку и растянись вместе с ним. Понимаешь, перелом – лучший повод для знакомства. А если потом он пригласил в ресторан, а тебе не в чем идти. Вот это не в чем идти. Вот вчера купила новые клипсы, а к ним ни сумочки, ни туфель, ни платья. Понимаешь, купит. Купит, пока в организме влюбленность, они не жмутся. А потом посчитает, сколько в тебя вбухал. И пожалеет кому-то отдать. Скажу, тряси его до свадьбы, тряси, как грушу. После свадьбы ничего не вытрясешь. И понахальнее, понаглее. Вот с ими иначе нельзя. Выскользнут. Чуть что, а я в положении. Вот они этого боятся. Вот будто не ты в положении, он сам. А припугнула, сразу начинай покупать соски, распашонки, буквари. Пускай смирится, что он отец. А потом узнал, что отцом быть не обязательно, на радостях может и жениться. И истерики через день. Вот через день истерики, чтобы был в форме, чтобы с утра уже да-да-да-да-да заикался. Вот ты понимаешь, с нормальной скучно мужику, скучно. А с психопаткой интересно. Вот никогда не знаешь, что она выкинет и куда. Вот еще хороший приемчик, вот такой приемчик. Вот значит, вот, вроде как вы шли по улице, шли спокойно, разговаривали, и ты вдруг на ровном месте в слезы и убегай. Понимаешь, вот ты на дерево влезь, он догонит. Понимаешь, это как кошка с собакой. Вот пока кошка сидит, собака вялая. А кошка рванула, собака за ней. Шерсть дыбом, в глазах интерес, природа. Понимаешь, секс начинается с беготни. А раз он тебя догнал, значит, ему что-то надо. Вот ему что-то надо, а тебе сегодня нельзя. И чем больше ему надо, тем больше тебе нельзя. Понимаешь, свадьба – это задача, которую перед нами правительство ставит. Ну, а как до постели дошло, тут уже отступать некуда. Тут некуда отступать, это Бородино. Вот если шепнул, забыть и люблю, врубай свет, вызывай понятых. Все, повтори при людях, что ты сказал. И куда он про свидетеля денется? Девочки, я знаю, что говорю. Мужика надо брать живьем, понимаешь? Ходить на него лучше весной, летом. Тогда в нем кровь бродит. Он подпускает близко, из рук ест. Все, а ты его прикорми. Прикорми его, понимаешь? Мяса накидай, зелень накроши, рюмочкой помани. Они же от домашнего дуреют. У холостого шо за весь день? Кофе с огурцом, все. А как он только корм залотнет, подсекай. Девочки, я знаю, что говорю. В хороший сезон по 4-5 мужей можно взять. Если, конечно, места знать. Вон, видели, сидит какой, а, экземпляр? Ой, лянь, даже не смотрит, лянь. Глаз чешет, вот как я с ним буду жить, а? А даже не знаю, как я с ним буду жить. Типа